Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами как всегда Сладкоежка. Сегодня на стриме мой подписчик Лорд Геда через донатик прислал мне и сказал посмотреть видос под названием 30k Special Tax Evasion with Frame Perfect Counter Geometry Dash. Ну что ж, ребят, идет этот видос 4 минуты. Я так понимаю, в этом видосе будут перечислены, сосчитаны все фреймперфекты этого уровня. Ну что ж, давайте будем смотреть. Всем желаю приятного просмотра. Не забываем подписываться и ставить лайки. Поехали! Так. Why not do it a hit? Ну, каунтер — это счетчик в переводе. 1440 FPS, нифига себе. Ого! Видите, как здесь быстро считает фреймы? Я в шоке с этого уровня, я помню, его смотрел, но давно. Музыка из Дуэла Маэстро, ремикс какой-нибудь. Вот это играет Дуэла Маэстро. Volume Warning. Ого, как полетели. Ёб твою дивизию. Я в шоке. До косаря сейчас фреймы дойдут. Нет, 640. CGI, привет, будет. Снова. А, это, layout. Ну, на лайауте тоже много будет. Видите, сколько вот этих скоростей здесь? Еще надо знать, куда попасть там. Серега левела даже не ощущает. Ощущаю! Так вы посмотрите, насколько он сложный. Вот она, знаю, меня колбасит, боже. Здесь тоже 640. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика Tax Evasion with Frame Perfect Counter.
Ну что ж, я ожидал то, что будет их намного больше. Они это с такой скоростью увеличивались эти фреймы, то что я думал, то что они дойдут до косаря, но до косаря не дотянули, на 640 зависли. Вот. От души вам всем, ребят, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях, ребят, пишите свое мнение насчет моей реакции, мнение насчет данного, значит, Tax Evasion. Всем желаю добра, бобра, демон, демона, экстрим демона, всем удачи и всем пока-пока.